В небе над Минском сегодня около часа кружил вертолет с флагом добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Беларуси. Полет посвятили 90-летию ДОСАФ. Хоть Ми-2 машина и надежная, взлет сегодня несколько раз откладывали над столицей. По данным синоптиков, слишком облачно. Видимость должна быть не менее 4 километров, облачность не ниже 200 метров. Пронести флаг на максимально низкой высоте 150 метров все же разрешили. Проспект Независимости, Национальная библиотека, Музей истории Великой Отечественной войны, бывший аэропорт Минск-1. За час один из лучших пилотов страны, Николай Мачанский, облетел практически всю столицу. Скорость небольшая, всего 60 км в час, поэтому многие с земли могли флаг рассмотреть и даже пилоту помахать. Авиацию все любят. Вот поэтому сегодня мы флаг поднимем, чтобы еще один раз народ посмотрел в небо. Вы же знаете, как вот даже над деревней летишь, там над городом летишь. Все поднимают голову вверх, когда пролетает летательный аппарат. Значит что, людям интересно. А многие думают, черт побери, как же он все-таки летит? А здесь с флагом. Да еще 90 лет, да еще буквы ДОСАФ. До 28 февраля, а именно в этот день основали ДОСАФ, Минский аэроклуб организует еще как минимум 3 таких полета.